Дамы и господа, и друзья, добрый день! По случаю 30-й годовщины установления дипломатических отношений между Китаем и Кыргызстаном, сегодня для меня честь участвовать по видеосвязи на премьере китайского фильма «Цветок Кашгара» в Кыргызстане. Который в основном рассказывает историю, происходящую в Цинцзяне, Китай, и полностью показывает внешнему миру местные обычаи и красивые природные пейзажи Цинцзянь. От имени народного правительства Цинцзянь-Уйгурского автономного района я от всего сердца поздравляю с торжественным выходом и показом фильма в Кыргызстане. Я хотел бы выразить искреннюю благодарность всем соответствующим ведомствам правительства Кыргызстана, посольству Китая в Кыргызстане, гостям и друзьям, которые поддержали и приняли активное участие в показе этого фильма в Кыргызстане. Цинцзянь и Кыргызстан связаны горами и реками, гуманитарными обменами и тесным торгово-экономическим сотрудничеством. 5 января этого года председатель КНР Си Цзиньпин и президент Кыргызстана Садыр Джапаров обменялись поздравительными посланиями. А 29 июля успешно прошло 11-е заседание рабочей группы по сотрудничеству между Цинцзянем и Кыргызстаном, которое эффективно способствовало повышению качества и модернизации экономического и торгового сотрудничества между двумя сторонами. В будущем, со строительством железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, связь между Цинцзянем и Кыргызстаном станет более тесной. Китайский фильм, показанный в этот раз, несомненно, будет способствовать пониманию Кыргызстана Китая и новых событий и изменений в Цинцзяне. Мы надеемся, что благодаря этому мероприятию откроются новые возможности для укрепления взаимопонимания, расширения консенсуса и углубления сотрудничества, а также всестороннего расширения двухстороннего сотрудничества в сферах экономики, торговли, гуманитарных наук, туризма, образования. Внося новый и большой вклад в строительство инициативы «Один пояс, один путь» и китайско-кыргызского сообщества «Единой судьбы». Дамы и господа, двери реформы и открытости Китая будут еще более открыты, а прекрасный Цинцзянь будет создавать наилучшую бизнес-среду, еще больше расширять свою открытость и продолжать расширять культурный обмен. В то же время, мы искренне рады тому, что в Китае и в Цинцзяне появляется все больше и больше высококачественных кино и телепродукции из Кыргызстана. Используя киноэкраны как мост для продвижения обменов и сотрудничества между кинематографистами Китая и Кыргызстана, стремясь создать новую модель взаимного преподавания и обучения для взаимной выгоды и выигрыша, и постоянно продвигая двустороннее сотрудничество между Цинцзянем и Кыргызстаном на новый уровень. Напоследок, желаю успехов выходу и показу китайского фильма «Цветок Кашгара» в Кыргызстане. А Кыргызской республике желаю дальнейшего развития и прогресса. Искренне желаю народу Кыргызстана здоровья и счастья. Спасибо всем.